Экстренные меры борьбы с нерадивыми коммунальщиками. Это раньше следователи засыпали их просьбами сбить сосульки. Теперь перешли к процессуальным действиям. По фактам ненадлежащего оказания услуг проводят проверки. На днях перед входом в здание следственного отдела прохожий чудом избежал смерти. Устанавливается, имеется ли состав преступления в действиях руководства у альтернативы. Был отчислен звонок непосредственно руководителю. Вот, предлагалось явиться для опроса в следственный отдел, да, чтобы пояснить, в связи с чем не сбиваются сосульки. Только после этого коммунальщики приехали и очистили от наледи одну сторону крыши. На другую они, вероятно, забыли посмотреть. Такую картину мы увидели утром в понедельник, а уже днем сотрудники управляющей организации поспешили отчитаться об уборке крыши. Акты они принесли вот прям буквально минут 10-15 назад. Проведены работы по очистке кровли от снега и наледи адреса. Вот 161, 163, квартира 72 у них расписалась. Многим самарцам повезло меньше. Сосульки убийцы почти на каждой крыше. Конечно, боязно. Боязно. Вон они и висят, вон эти сосульки. Сейчас упадет на голову. Можно в ящик сыграть. Дом заброшенный. Там вот такая вот шапка снега нависает. И от нее идут вот такие вот сосульки. Звонила неоднократно. Никакой реакции. У нас около дома вообще снег сугробом на крыше лежит. С того года висит полосочка цветная, что ходить нельзя. Но она вся порвана, естественно, все ходят. Она с того года. Они просто не заморачиваются, даже не меняют. Ну, конечно, падают. Хотя песку сейчас сыпят прям по ведру у подъезда. Для чего, не знаю. Лучше бы сосульки сбивали. У госжилинспекции есть хорошая новость для жителей города. Со вторника инспекторы начнут проверку, насколько хорошо убирают самарские крыши. Штраф для нерадивых управляющих компаний составит 40-50 тысяч рублей.